Дума должна рассмотреть вопрос, соответствует ли представленный вопрос инициативной группой вопросам местного значения, то есть для проведения местного референдума. Если он, то есть в течение 20 дней после получения документов, если вопрос соответствует, они принимают решение и направляют нам документы о регистрации инициативной группы. Мы, избирательная комиссия, в случае такого решения регистрируем инициативную группу, и у них начинается срок сбора подписей.